Рубцовский хлебокомбинат на грани закрытия. 300 сотрудников создали петицию, в которой просят спасти градообразующее предприятие. В документе говорится, что комбинат находится на грани банкротства. Автор, местный депутат КПРФ Анастасия Карелина, сообщила, по словам работников предприятия, закрытие завода – дело ближайшего времени. Уже как на протяжении 2 лет начальство не закупает качественную муку, постоянно нехватка сырья, там мазута, топлива. Начальники цехов уже своим работникам сказали, чтобы они искали работу. Такое ощущение, что хлебокомбинат хотят просто продать за дешевую сумму. Анастасия говорит, официальных заявлений о закрытии завода пока нет. Как нет и подтверждения долга комбината в 12 миллионов рублей, о чем ранее писали местные СМИ. Руководство на связь не выходит. Отметим, Рубцовский комбинат – градообразующее предприятие и главный поставщик хлебобулочных изделий во всем районе. Мы будем следить за развитием ситуации.